порой приходится пройти, проехать очень большие расстояния для получения того самого единственного кадра. Фотографирую я достаточно давно. Порядка 10 лет назад ко мне в руки попала моя первая цифровая фотокамера Olympus Mio 400. Скажу сразу, это была бомба. Я мог фотографировать, сразу же смотреть, и если мне не понравилось, я мог удалять фотографии. Но это было фантастически. Какое-то время спустя, когда я учился на 4-м курсе в университете, я купил себе свою первую зеркалку Canon 50D. Это просто флагман репортажной фотографии, абсолютно неубиваемая камера с отличной цветопередачей. На данный момент, на протяжении уже полутора лет, я перешел на полноформатную матрицу Canon 6D. Я, конечно, не хотел бы на этом останавливаться, и спустя какое-то время все-таки мне хочется перейти на следующую стадию развития, хочется приобрести средний формат, именно цифровой. Помимо цифровой фотографии, я начал заниматься и пленочной фотографией. Я снимаю на стандартные 35-миллиметровые зеркальные пленочные камеры. Также еще в моем арсенале есть среднеформатная большая пленочная японская камера Mamiya RB67, которая получает огромные кадры размером 6 на 7 сантиметров. Это просто они огромные. На самом деле фотография — это не единственное, чем я увлекаюсь, у меня есть множество интересов. Ну, наверное, основной — это, конечно, танцы. Я танцую, и в связи с этим зачастую я фотографирую различные мероприятия — батлы, фестивали, мастер-классы и так далее. В обработке стараюсь придерживаться реалистичности получаемой композиции. Для меня очень важна правильность цветов и отсутствие паразитных оттенков. Ну, все это благодаря, наверное, моему техническому образованию. Я закончил прикладную математику и информатику, и к обработке я подхожу непосредственно с технической точки зрения. Многие мечутся от тысячи вариантов обработок и не могут остановиться на чем-то одном. Но рано или поздно стиль приобретается. Нет, это вообще все не пойдет, потому что у тебя волосы начинают закручиваться и вообще там в грудь вверх. Ладно. Давай. 3, 4. Ага, давай еще раз. Мне нравится. 3. О, класс, поймал. В моей жизни настал тот момент, когда я выстроил свой собственный стиль. Мои фотографии стали более-менее узнаваемыми. Где-то полгода назад мы с друзьями открыли фотошколу, и сейчас я обучаю людей фотографировать и пытаюсь помочь им найти их стиль. Разработка образа. Мы должны подумать над образом, что мы будем снимать, почему мы должны это снимать. Самое главное — увидеть историю. Я Максим Густарев, и я фотограф.